Ром, с победой тяжелая игра получилась, хотя забили первыми в обоих таймах. Ну, тяжело под концовку только, а так мы полностью контролировали игру. Ну, в концовке пришлось понервничать? Да, но я уже ушел в раздевалку, так что не видел моментов. А так говорили, напряженная игра, но второй они не могли забить, сказали. За счет чего вообще собирались побеждать изначально в этом матче? Какая была установка? Как обычно, своя игра, на соперника не смотрели. Так есть только от своей игры. На твоем счету сегодня гол и голевой пас. Вообще, насколько ты доволен результативностью в сезоне? В сезоне доволен, но нет предела. Еще можно лучше. А какие-то ориентиры для себя ставишь? Да, самые высокие. Как у Роналду. В турнирной таблице дела не так хорошо обстоят до сих пор, несмотря на эту победу. Рассчитываем на троечку-то замахнуться? Ну, там на третьем месте Терек, у нас 4 очка отрыв. Мы будем в каждой игре побеждать. А там посмотрим, ошибется ли соперник.